А так сегодня открытая площадка, любой желающий, а то говорят, вот никогда слова не предоставляет. Если у вас есть что сказать и вы хотите сказать, мы здесь вот вам даем слово, можете подходить, представляться и выступайте, пожалуйста, высказывайте свое мнение. Значит, сегодня они предлагают нам что? Что мы будем платить официально за мусор региональному оператору. К этой афере подключают управляющие компании. Вы сами посудите, что ту сумму, которую они сегодня для начала, для затравки нам предложат, там, ну, это будет 200 рублей порядка, как они говорили, с одного человека. Этими деньгами они не управятся. Так вот, они хотят подключить управляющие компании. Сегодня власть незаконно через управляющие компании взимает деньги с нас за покос травы и территории, которая не относится к нашим домам, за уборку мусора, крупногабаритного мусора и уборку снега. Чем выше у нас тарифы на воду, на канализацию, на тепло, на газ, на электроэнергию, тем с большими убытками работают эти предприятия. Независимо от того, чем выше тариф, тем выше убытки. Но это надо же так работать, чтобы докатиться до и говорят, а как же вы хотите? А мы очень просто хотим, что предприятия, которые обеспечивают нас услугами, должны оказывать нам услуги в соответствии с законами. Значит, основная нагрузка на воду – это фильтровальная станция. Сегодня фильтровальная станция брошена, не работает. Вода со скважин подается напрямую к нам в краны, и она из кристально чистой воды превращается в грязь, потому что у нас из кранов постоянно идет грязь. Это же надо быть какими крупными специалистами для того, чтобы из чистой, кристально чистой воды сделать грязь. Скажите, а много людей, заключивших с горгазом договора на техобслуживание, много? А ведь вы знаете, что они незаконны. И вспомните, на каких условиях эти самые договоры с вами заключали. Они говорили так, заключите с нами договор, если у вас вдруг что-то сломается, мы приедем и сделаем. Но ведь это правда глупо. А если не сломается, они вернут деньги? Нет. И еще, ведь они чем аргументировали свой вот этот закон? Они говорили так, если не заключишь, мы вам газ отключим.